Среднерусские пчелы, как самые лучшие строители, я расширяю таким. Вот вторые корпуса мы когда ставим, 4 рамки суши даем сбоку. Если взятка нет, то мы 4 рамки суши, там опять столько же кормов, сколько давали первый раз. 7 рамок ващины и 1 рамка суши. Вот, и всегда среднерусские пчелы, магазины рамки ставим мы или гнездовые. Когда ставим все рядышком друг с другом, пчелы отстраивают их одна к одной, рам не портят. Если им ставить через одну, называется гнездо изрезать, рамка суши, рамка ващины, рамка расплода, рамка ващины, это называется гнездо изрезать. Вот. Тогда пчелы отстраивают, портят и тот, и другой сорт. На сотах удлиняет ячейки, а на рамке верхней части ващины укорачивает. Получается, как бы вырезанные, плохая отстройка. Но кавказские пчелы и карпатки хуже строят, поэтому мы вынуждены им резать гнездо, иначе они часто магазин поставишь, они это, корпус поставишь и не хотят строить. Поэтому там заставляем их, чтобы они строили. Тогда приходится резать им соты. Вот. Поэтому со среднерусскими пчелами там никакой проблемы. Прекрасно строят и хорошо. А вот эти иностранцев приходится заставлять их работать. Там приходится резать гнездо. Особенно, когда это борьба с роением. Тогда при резанном гнезде пчелы прекращают, ну, готовиться к роению.